Вот так. Могут ли орехи раздражать кишечник, вызывать запоры и трещины? Могут. Абсолютно. Потому что почему? Потому что в орехах очень много клетчатки. Много клетчатки, большой стул. Большой стул – это значит, тужиться придется, господа. Анальное отверстие в диаметр, у него сколько? Вот так вот, если 2-3 сантиметра. Понимаете? Это маленькие такие вот, должны отходить. Вот размер вот с мизинчик, с безымянный пальчик должны отходить. Маленькие такие, а не колбасы. И у нас гастроэнтерологи хвалят пациентов, когда те рассказывают, о, какие колбасы у меня выходят. Не люблю разговаривать на эту тему, потому что я на консультациях всегда разговариваю с пациентами про испражнения. Надо объяснить людям, что в этих испражнениях там, и как за ними следить. Люди же никогда не обращают внимания на это. Что там может быть внизу, как оно выглядит. Там же целый мир, понимаете, целая классификация. Поэтому, что за вопрос-то был? Могут ли орехи вызывать трещины? Могут орехи вызывать трещины, потому что увеличивается размер стула. Вам приходится тужиться. И когда вы тужитесь, вы напрягаете, натуживание, оно сужает анальное отверстие, оно как бы нарезает колбасы вот эти, понимаете? Так вот, эти самые орехи. Да, если вы переедите орехов, у вас плохо усвоится большая часть клетчатки, и вы будете тужиться. Такая вот история.